Мы находимся на выставке House Hold Expo, разговариваем с нашими гостями. Анастасия, чем занимается ваша компания и что вы собираетесь предложить в 2019 году на рынке, на рынок, и чем удивлять собираетесь? Здравствуйте, меня зовут Анастасия из компании Вертком. Мы делаем сувенирную продукцию, корпоративные подарки, текстиль с нанесением. Мы в первый раз на выставке Household общаемся, знакомимся с нашими потенциальными клиентами и с нами уже существующими друзьями-подрядчиками. В 2019 году у нас есть несколько интересных предложений для наших клиентов. Например, мы будем говорить об экопродукции, предлагать экопродукцию, потому что важно заботиться об окружающей среде. Также мы будем говорить о повторном использовании сувенирной продукции, чтобы не покупать постоянно какие-то пластиковые стаканчики, например, или стаканчики картонные для кофе. Мы будем предлагать какие-то решения, которые можно всегда брать с собой, это не будет занимать много места, это будет при этом удобно. Помимо этого, у нас в тренде остается сувенирная продукция, которую делают особенные люди, например, люди с ментальными отклонениями и нарушениями сенсорными. Продолжаем благосувенирку, продолжаем делать добро. Что самое популярное среди вашей продукции в 2019 году? Прогноз какой-то будет? Вот что в сувенирке будут заказывать больше всего или моднее всего? Сейчас это, конечно, эко, безусловно, потому что это в тренде, это модно, это удобно и это красиво в первую очередь. И помимо этого, если брать среди нанесений, что интересного, что нового, сейчас на многую продукцию мы делаем OF-печать с подъемом, которая не только очень красиво смотрится, отлично держится, но и приятная такая на ощупь. Спасибо большое. Вот такие экспоненты на выставке Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.